Сибирь. Неисчерпаемая кладовая природных богатств. В Красноярском крае идет строительство гиганта цветной металлургии Ачинского глиноземного завода. Это предприятие обеспечит алюминиевую промышленность Сибири ценным сырьем, а другие отрасли – содой и цементом. Успешно начали Новый год сибирские строители. На стройке сейчас завершается монтаж оборудования. В нынешнем году первая очередь Ачинского глиноземного завода вступит в строй.